Сейчас 6 января, час ночи. Вот, мы с Баряном только что прибыли в Вену и вписались в хостел. Хостел из той же сети, в котором останавливались в Берлине. Вот, в европейских хостелах принято отдельно давать белье каждому человеку, и каждый посетитель должен самостоятельно заправить это белье на своей кровати. Вот, опять нам попался пустой номер, вот, на 8 человек, 1, 2, 3, 4, на 6 человек. Вот, и мы тут вдвоем опять будем ночевать. Вот, нужно для завтрашнего дня зарядить все гаджеты, для видео, для фото, наши рации, телефоны. Ну, а это наш ужин путешественников. Чешское пиво стоимостью от 10 до 30 рублей, которое мы захватили по пути в Вену. А завтра, собственно, у нас сейчас есть 8 часов на сон, потому что в 10 часов утра уже чекаут в европейских хостелах. И завтра мы пойдем осматривать Вену. У нас есть полдня на разграбление Вены. И вечером завтрашнего, ну то есть уже сегодняшнего дня, мы должны быть в Будапеште, в Венгрии.